Деревня Лымкосы, Чебоксарский район. Сегодня у нас 11 октября, пятница. Вот так вот проводится ремонт, точнее укладка якобы дороги. Не знаю, как это назвать. Ну вот. Насыпали песок. Потом его сняли, оставили после себя грязь. Щебенку здесь не доложили. Видимо, подумали, что не надо. Реакции от главы никакой нету. Несколько дней звонил к нему, все бесполезно. Наверное, придется это все выложить. Пускай общественность знает, как у нас проводится ремонт, точнее не ремонт, а делают новую дорогу. Вот все, до сюда насыпали щебенки, и то насыпали криво-косо. Смотрите, ничего не выровняли, тут песочек лежит, все криво, все косо, тяп-ляп, пойдет. Даже не доложили, вот так все оставили. Так сойдет, наверное, подумали, так все оставили. Тут тоже зачем? Это видео обращение ко всем инстанциям проведения проверки. И как вообще такой бардак творится на местах? Раз делайте нормально, а не так, что надо. Вот так вот. Вот и все, и дорога закончилась.